Всем привет. Всем привет. Что там девчонки делают? Все в телефонах. Мы приехали в колледж. Ксюше нужно забрать справку. Я для работы нужна и справка. Ну, потише, Паш. У нас еще полчаса. Вот, и Паша сидит в Софии, смотрит сериал. И мы потом поедем куда? Куда поедем? На кафе. Поедем купаться. Сейчас дождемся, как закончится здесь обед. Ксюша все дела свои сделает. И поедем отдыхать. А здесь раньше, кстати, мы жили. Вот в этом районе, на спутнике. Все, Ксюша пошла? Все, София тоже подсела на сериал, который папа смотрит. Уже всех героев знает. Интересно? Ждем Ксюшу. А, вон Ксюша уже идет. Все, взяла документы, да. Все, давай. Назад пристегиваться и папа. Сейчас. И поедем. Ага. Все, Ксюш? Ну, отлично. Сейчас поедем. Какие красивые фигурки. Все, мы едем в аквапарк. Скоро уже приедем. Проезжаем парк. Приехали в аквапарк. Сейчас Паша притулится куда-нибудь. Ага. Столько машин много, да? Тут сразу гостиница есть. Это крытый аквапарк. А там дальше. А, вот. Так что сейчас мы зайдем, все вам поснимаем, покажем. Давно мы тут не были. А че вы не сдули этот круг? Она как это? Че, ее потом надувать там сидеть? Ничего страшного. Ой! Там шумят. Все, мы все оплатили. Сейчас идем. Иди с кругом. Тебе положить его. Все, давай встретимся. Давай. Все, мы переоделись. Идем. Сейчас посмотрим, что нас там ждет. Куда телефон? Ну, я снимать взяла телефон. Ой, горки. Нет, я, наверное, на горках не буду кататься. Но будем караулить, да. Пошлите. Короче, нет лежаков, все они, оказывается, заняты. Только люди почему-то полотенца на лежаки не складывают, а так. Пустые. Оказывается, они заняты. Пойдем дальше искать. Мы с Пашей, короче, пошли, заговорились и потеряли наши. Они вон, они кричат нам. Мы с Пашей, короче, разговаривали про это. В Дубае есть большой аквапарк. Я говорю, если будет возможность и средства туда слетать, там вообще мы с Пашей смотрим в Ютубе, каких только горок нету, всяких развлечений. Софа, Софа! Софа, аккуратно! Греби, греби, молодец! Все, Софии понравилась эта горка. Честно, отсюда, наверное, не уйдет теперь. Привет! Она просто легкая. А вон наш папа, вон все. Вот сейчас наша Аня еще попробует. У-ху!
София на горках катается. Так, с какой она сейчас летит? А, вот она. У-ху! Классно? Ань, как тебе? Нормально? Папе холодно нашему. На что я мерзлячка? Мне нормально. Этот замерз. Да нормальная вода. Чё? Давай. Все. Эту рыбку теперь не вытащишь. Вон она. Пушинка. Так, на какие горочки пойдем? Ну иди еще раз катнись, зай. Что ты начинаешь? Иди скатнись. У нас еще время сколько? Много. Паша, значит, один раз с горки скатнулся и говорит, все, давайте, собираемся домой. И домой. Они куда идут, девчонки? О, Ксюша полетела. Паша, говорю, иди вон на те ватрушки. Сейчас куда-нибудь мы его затащим. Я ссу. Ты ссышь? Ух ты, ничего себе! Ого, какая это горка, офигеть! Мне на нее смотреть-то страшно. Никто не катается, что ли? А вон кто-то поднимается. А, спускается, спускается. Паш, ну чё, нет? Не рискнешь? Ах ты, блин, а какой? Да не, она высокая, Паш, ты что? Это какие-то экстремалы, наверное. Ну, не-не-не. Ты мой хороший, Греся, мое солнышко, Греся, моя девочка. Зай, как ты с парашюта прыгаешь? Парашют. Да, конечно, парашют там парашют. Ой. Ничего себе. Настроили здесь. Вот горки строго в шлеме. А. Уже значит, что-то не то. Ну там не то, что не то, там скорость, наверное, из-за этого. Ксюш, давай! Боишься? Папа! Ксюша! Паша прыгает! Раз, два, три! Ой, мама! Да ну страховка! Вот, вот, вот так, вот. Оттолкнулся. Давай. Тихо, тихо, дочь. Паша пошел на лежаке валяться, хотя уже встал. Не знаю, что он делал. Так, а Ксюша у нас пошла вот на этой вот красной горке кататься. Сейчас мы ее поснимаем. Кстати, на это сейчас мужчина прям спиной приземлился в воду. Он говорит, Паша, говорит, он всю спину себе отбил. Так, Ксюша пошла. Нормально? Ага. Девчонки пошли на ватрушки вон на той желтой. Офигеть. Ты моя хорошая, лапу. Только аккуратно, ладно?
Классно? А чё ты не катаешься? Понятно. Все, ладно, спи. Давай, давай, тренируйся. Сейчас, Ань, помогу тебе. Паша, ты опять свой сериал смотришь? Да. Надуй, пожалуйста, его побольше. Сама надувай. Ну, пожалуйста, Зоя, я сейчас пойду Ане помогу. Я буду на нем плавать в бассейне. Давай, помоги, зайчка. Что делаете? Сов, держись. Молодец. Боится. Смотри, как надо. Паша в телефоне сидит, смотрит сериал. Все, София голодная, кушать захотела. Все домой? Нет, кушать. Все домой. Все, чуть покупались. Пойдем мы это покушаем. София тоже уже голодная. С утра ничего не ела, плачет. Пойдем покушаем что-нибудь. Ты нифига себе. А следующий покушаем или спать ляжем? А вы будете ходить туда, я посплю лучше. Папа говорит, так, короче, если я покушаю, то я буду смотреть сериал свой или могу уснуть. А вы, говорит, плаваете, делайте, что хотите. Пап, с тобой так неинтересно, а? Нормально. Что нормально? Нормально, нормально. Нормально, нормально? Смотри, как красиво, цветочки. Это как у бабули. Угу. Ландыш? Ландыш, ага. Ну да, пойдемте сюда зайдем. Ой, красота какая. А можно еще зайти в этот, вкрытый, там посмотреть. Почему там есть? Хлоркой пахнет. Очень сильно хлоркой пахнет здесь. Не будем купаться, пойдем на улицу. А, вон они. Что-то не нравится мне это кафе. Так, пошли мы столовую искать. Столовой пойдем покушаем. А тут эти вот салаты все этих пластмассовых не хочу, боюсь. Я просто на тебя обиделась, то, что закрыл дверь. А что ты дверь закрыл? Думаю, ты меня откроешь. Так, ну вот, смотрите, салат у меня тут, гречка.
Ты вермишельки видела? Да. На троих у нас вышло покушать 990 рублей. А у вас? 505. 505 на двоих? Сов, как? Попробовала? Нормально? Все, всем приятного аппетита. Все, покушали. Купили себе по мороженку. 10. Мне не понравилось. Ну так себе. Давай. Давай. Сейчас представляете, вот на этой сиреневой она каталась, София. Ужас. Давай с разбега, дочь. Катнулась вот с этой красной горки, все, мне плохо. София, представляете, вот на этой каталась. Сейчас куда-то опять пошли. Ой, нет, короче, такая цыкушка, мне нельзя. Они для меня тут детские вообще. Ой-ой-ой, детские. Аня. Пришли к себе, а у нас вот, посмотрите, вот это да. А кто это вообще, Паш? Я не знаю. Надо убрать, если к нам залезет. А я кого уберешь, если он трахнулся? У меня вот жилы такие, попы торчит. Острый меч такой. Дай руку. Я поняла, на горку. Смотри. Как его убрать? Не надо. Ксюша, осторожно. А если он прыгает? А если он прыгает? Прыгает. Прыгает. Сов, ты видела свои губки синие? Хватит. Чуть-чуть. Зай, пожалуйста. Нет, вы чуть-чуть с Ксюшей посидите. А потом пойдете. Вот, посидите. Дай руку, пошли, пошли. Мы тебе лежак новый сделали, будешь? Страшно? Она запуталась, она запуталась. Видишь, она сильно высоко не может подняться. Паш, распутай ее. Соф, это стрекозка, зай. Я пошла, 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 я пош
Паш. Ты ее там подстрахуешь наверху, а я ее внизу словлю. Папа стрекозу ловит. Она запуталась в этой, как в паутине, и не может взлететь. И Паша ее чистит. Красоточка. А это, взлетать высоко не может, падает. А у нее, смотри, еще крыло. Может, из-за крыла? Повреждено крыло. Что такое? Пошли. Он тебя ждет. Теперь на другую пойдем? Пошли, давай ручку. Как, не страшно? Ты что, замерзла? Че молчишь? Вон она летит. Умничка. Классно, дочь, классно. Людей очень мало стало, все уходят, так хорошо вообще, когда народу не так много. Горки полупустые. Ну давай. Ты тоже давай бомбочкой. Подожди, сейчас Ксюша выплывет. Давай бомбочкой. Молодец. Все, будем собираться домой уже. Паша уже устал. Купаться много не хотел. Так чуть поплавал и все. Лежит, фильм смотрит. Нормально. Мы поехали домой. Надо позвонить маме. Сегодня должна быть банька у нас. Спросим, затопила она. Накупались, водички поплавали, тоже для здоровья хорошо. Так что, друзья, такие дела. Поверните направо, а затем поверните направо. Хорошо, хорошо. Да. Так что, друзья, давайте. Всем пока-пока. До новых встреч. Мы рвем домой, купаться в бане, отдыхать. Всем до завтра. Пока-пока! Пока-пока.